Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много полезных насадок на шуруповерт или дрель, которые продаются на сайте AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Насадка-насос. Как часто вам приходится доставлять воду в нужное место, используя для этого старые добрые ведра? Ну и в полноценном насосе не всегда есть необходимость. Для таких случаев AliExpress предлагает недорогие и очень удобные решения. Компактный ручной насос в виде насадки для дрели или перфоратора. Гаджет удобен в использовании и окажется незаменимым как в домашнем хозяйстве, так и на даче или в авто. Для работы его достаточно подключить к обычному бытовому электроинструменту с мощностью не менее 350 ватт. Такой насос способен перекачивать любые легкие жидкости, пресную и соленую воду, технические и пищевые масла, разбавленные растворители органического происхождения, жидкие удобрения, инсектициды. Внешний корпус выполнен из инженерного пластика, что предохраняет приборчик от коррозии и облегчает вес конструкции. Благодаря яркому синему цвету аксессуар хорошо заметен и не потеряется. Внутренняя часть из нержавеющей стали повышает прочность устройства, особенно в условиях неправильной или продолжительной эксплуатации. Стоит такая насадка около 1000 рублей. Гибкая пружина для канализации. Перед вами практичный, универсальный и экологичный инструмент. Такая пружина для очистки канализации избавит вас от необходимости пользоваться едкой химией и поможет быстро избавиться от засора. Аксессуар пригодится не только в загородных домах и старых квартирах с узкими трубами, но и в офисных зданиях с запутанной системой коммуникации. Проволока толщиной в 1 мм из нержавеющей стали скручена в длинную спираль диаметром до 16 мм. Длина этого гибкого очистителя 4 метра, которых более чем достаточно, чтобы пройти традиционные места засорения в наиболее сложных изгибах. Пружина способна беспроблемно следовать по трубопроводу, легко проникает в любой водосток и не застрянет на крутом повороте. После подключения к дрели с помощью специальных фиксаторов гаджет начинает раскручиваться, пробираясь вперед свободным концом. Таким образом, за счет законов механики происходит удаление жировых отложений со стенок труб, что в итоге разрушает пробки. Аксессуар не нуждается в дополнительных расходниках и каких-либо агрессивных реагентах. На странице товара можно заказать пружину любой длины и нужного вам диаметра. Заклепочный адаптер – очередная новинка от Deco, именитого китайского производителя инструментов. Вот такая компактная и удобная насадка-адаптер на дрель – недорогая и вполне достойная альтернатива традиционному заклепочному пистолету. Она совместима с любым бытовым электроинструментом, у которого скорость вращения ротора не менее 1000 оборотов в минуту. Вес аксессуара составляет 270 грамм для классической модели и 330 грамм для усовершенствованной. Кстати, эти версии отличаются еще и крутящим моментом – 15 ньютон-метров против 50. Параметры съемного ударника подходят для работы с разнообразными материалами – с обычным деревом или алюминием от 2,5 до 4 мм и с нержавеющей сталью от 2,5 до 5 мм. К адаптеру прилагаются 4 насадки диаметром 3,32, 1,8, 5,32 и 3,16 дюйма. Такая линейка охватывает большую часть существующих на рынке форматов клепок. Конструкция снабжена защитой от шума, а эргономичное исполнение обеспечивает удобный хват и полную безопасность. Обойма для быстрой смены шурупов. Очень удобный и, безусловно, практичный гаджет, который оценит любой мастер. Патронтаж для винтов в таком исполнении избавит от необходимости после каждого ввернутого шурупа искать и вставлять в нужное место следующий. Формат обоймы удобен при работе с гипсокартоном, стенами-перегородками, обычными досками, изоляционными плитами и перекрытиями. Аксессуар наполняется винтами или шурупами и за пару секунд фиксируется на инструменте. Поворотный механизм позволяет точно указать длину болта и задать глубину вкручивания, когда требуется, например, чтобы головка отступала от поверхности. В комплекте предусмотрен металлический держатель для комфортного подвода ленты с расходным материалом, причем вне зависимости от положения дрели в пространстве. Вместимость магазина вполне достаточная. В рамках одной ленты расположены полсотни гнезд для винтов или шурупов, а если на весь процесс работы этого не хватит, то можно тут же вставить новую обойму. Удобство и экономия времени. Стоимость аксессуара около 1300 рублей. Наблюдение.
Насадка лобзик по металлу. Резка металла – дело хлопотное и небезопасное, но его можно превратить в сплошное удовольствие, если воспользоваться специальной насадкой для дрели, выполняющей роль лобзика. Такой гаджет не только экономит время и место на рабочем столе, но и делает процесс легче и безопаснее. Аксессуар подходит для 8-миллиметровой электродрели и бытового пневматического инструмента. Адаптер оснащен двумя головками, в равной степени пригодными для разрезания металла или превращения в ручку для более точного контроля. Чтобы использовать головку в качестве ручки, нужно надеть на нужный конец легкий, но прочный пластиковый колпачок, который идет в комплекте. Благодаря тонкой настройке движение резака возможно в любом направлении. Полный поворот на 360 градусов, моментальное изменение наклона по желанию оператора. Гаджет справится не только с обычным листовым металлом, но и с пластиной из нержавеющей стали толщиной до 1,4 мм или железной плитой до 1,8 мм. Ну а что касается более податливых металлов, типа алюминия, меди, фанеры, то такой лобзик осилит толщину вплоть до 2 см. Стоит такое чудо механики около 1000 рублей, в зависимости от региона доставки. Многофункциональная стойка для дрели. Компактный и прочный цанговый зажим от бренда AmiAmi. Идеальное оборудование под стационарное рабочее место. Размеры опорной чугунной плиты, обеспечивающей устойчивость конструкции, позволяют расширить зону рабочего пространства. Сама опора занимает маленькую площадь размером 16 на 22 сантиметра. Вполне экономичны и другие параметры этого миниатюрного верстака. Высота штанги 400 мм, диаметр 2,5 дюйма. Такие скромные габариты позволяют свободно разместить на рабочем стенде еще и алюминиевые тиски для фиксации мелких или сложных по форме предметов, которые входят в комплект. Зажимное отверстие подойдет для большинства ручных дрелей благодаря ходовым размерам в 43 мм. Предусмотренная глубина сверления до 60 мм. Ее дополняет возможность движения зажима по вертикальной оси до 50 мм. Опция вращения держателя до 90 градусов окажется незаменимой, когда возникнет необходимость в сверлении под наклоном. Насадка-пила с лезвиями по дереву и металлу. Весьма полезная и оригинальная новинка прошлой осени – эргономичный адаптер в виде ручки-держателя для мощных зубчатых лезвий. Гаджет легко превращает классическую дрель в многофункциональную сабельную пилу для работы по дому. Аксессуар будет незаменим и на даче, для ухода за плодовыми деревьями и живыми изгородями. Толстостенный корпус из экологически чистого АБС-пластика становится опорой для точного направления распила. Аксессуар совместим с любыми устройствами, мощность которых не менее 350 Вт, а скорость вращения ротора не менее 2000 оборотов в минуту. В стандартный комплект включены три лезвия. Короткое – 11 см, с небольшими зубцами для распиливания металлических листов. Среднее – 15 см, способное справиться с прочными деревянными досками. И длинное – 24 см, которое можно использовать для обрезки сучков или толстых веток. С такой насадкой, которая удлиняет дрели в общей сложности на 30-45 см, можно без проблем дотянуться до самых удаленных объектов. На странице товара можно приобрести как базовый комплект, так и комплект с двумя или четырьмя дополнительными полотнами. Насадка для оголения и скручивания проводов. Этот простенький, но практичный гаджет пригодится, когда нет возможности провести электросеть с нуля и приходится работать со старыми проводами. Специальная насадка для дрели обеспечит процесс обработки контактов, сокращая временные затраты на обрезку изоляции и скручивание оголенных жил. Для работы с этим миниатюрным аксессуаром не требуется особых навыков. Достаточно посмотреть картинки в инструкции. На AliExpress можно найти такую насадку, выпущенную в двух версиях. Для кабелей диаметром 2,5 мм и 4 мм. Оба варианта позволяют взаимодействовать как с круглым, так и с квадратным сечением. Легко объединить 2-3 линии, но разработчик предусмотрел и опцию с 4 питью. После подключения к инструменту достаточно вставить стержневой провод в центральное отверстие, а дополнительные – в боковые. За счет механического вращения и особой формы проемов изоляционная пленка срезается, а металлическая часть вплотную накручивается на будущий кабель, обеспечивая максимальный контакт. Быстро, удобно, не хлопотно.
Насадка для проделывания больших отверстий. Вряд ли можно переоценить нужность вот такого комплекта мощных насадок для перфоратора. Адаптеры, изготовленные из карбидного вольфрамового сплава, помогут справиться с любой бетонной стеной, обеспечить воздуховод в кирпичной или каменной кладке, прорезать отверстие в черепице для трубы. Два удлинителя на 330 мм и 110 мм помогут добраться до удаленных поверхностей. Оба оснащены центральными съемными и пригодными к последующей замене сверлами, что продлевает срок службы. На стержневой хвостовик надеваются нужные насадки, которых в наборе 5 штук разного диаметра, от 30 до 70 мм, а затем фиксируются зажимным ключом. Перед началом работы рекомендуется просверлить отверстие глубиной до 8 мм, чтобы избежать чрезмерного усилия буровой штанги и ее преждевременного выхода из строя. Насадка для размешивания строительного раствора. Первое, что приходит на ум, когда смотришь на эти спиральные насадки от бренда Ionacare, это мысль, что, наверное, пришла пора избавиться от самодельных шнековых смесителей. Такой аксессуар не просто значительно облегчает перемешивание концентрированных строительных смесей и растворов, он и более продуктивен за счет идеально выверенных спиральных лопастей и более долговечен, благодаря тому, что изготовлен из твердой углеродистой стали с особым антикоррозийным покрытием. На стороне товара предоставлено полтора десятка модификаций миксера с широкой вариативностью по длине от 610 до 700 мм. В комплекте предусмотрен адаптер для подключения к перфоратору и зажимной ключ. На случай замешивания больших объемов разработчик создал специальный удлинитель с жестким фиксатором, благодаря которому общая длина аксессуара может достигать 1,5 метра. В качестве опции можно выбрать как одиночное лезвие спирали, так и двойное или расширяющее. В зависимости от модификации смеситель может не только перемешивать сыпучие и жидкие вещества, но и работать в формате бура, например, делать лунки под саженцы деревьев или кустарников. Направляющая для сверла под заданным углом. Компактная направляющая система карманного типа – находка для любого мастера. С таким миниатюрным стендом можно беспроблемно просверлить отверстие под нужным углом и спрятать от посторонних блестящие головки шурупов. Или, например, сделать каркас деревянного изделия более устойчивым при необходимости его обработки. Этот аккуратный гаджет выглядит как подарочная коробка, но изготовлен он из высокопрочного анодированного алюминия. Благодаря этому аксессуар выдерживает не только работу в неординарной обстановке, но и легко перенесет все последствия длительного хранения в неблагоприятных условиях. Шкала для расчета толщины рабочей поверхности и угла наклона нанесена лазером, а значит, не сотрется со временем, в отличие от трафаретной печати. В комплекте со стендом идет ступенчатое сверло на 9,5 мм со стопорным кольцом, необходимым, чтобы избежать любого риска повреждений структуры дерева и целостности деталей. В наборе имеется крестовая отвертка, шестигранный ключ, пакет шурупов с форменными крышами для сокрытия проделанных отверстий. Стоимость такой системы около 2000 рублей. Пылесборник для чистого сверления. Еще одна полезная насадка производства Milda. Универсальный пылесборник для защиты поверхности и интерьера от мелкой бетонной пыли, крупиц извести, песка. Аксессуар подходит для работы с обычной дрелью, перфоратором, шуруповертом. Такой резиновый кармашек очень удобен благодаря специальной конусообразной конструкции в виде чаши с ребристыми стенками. А за счет эластичности материала насадка способна сжиматься практически до упора и тем самым не мешать работе инструмента. Плотно примыкая к поверхности, горловина предотвращает возможное вращение насадки, нивелируя вибрацию и вбирает в себя мелкий строительный мусор. Очевидное преимущество при сверлении перекрытий с потолком доступно и для стен. В этом случае ребристые складки пылезащитного купола выполняют роль карманов и даже в горизонтальном расположении, не выпуская грязь. Чисто, аккуратно, без повреждений. Гибкий вал для труднодоступных мест. Гибкий удлинитель сверла – незаменимый помощник в любом ремонте, где бы его ни осуществляли – дома, в машине или на даче. Когда приходится работать в ограниченном пространстве, эластичный хвостовик, совместимый как с дрелью, так и с отверткой, отлично компенсирует нехватку свободного места. Теперь можно без проблем вкручивать шурупы внутрь кухонного гарнитура или на высоко подвешенной полке, которую трудно снять. Длины в 30 см и диаметр в 16 мм обычно бывает достаточно,
чтобы добраться туда, где не то что электрическая дрель, но и простая отвертка физически не помещается. Шестигранный магнитный захват в 1/4 дюйма обеспечит надежное сцепление с главным стержнем. Материал – армированная сталь, благодаря чему аксессуар обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Такую насадку можно использовать и хранить в любых условиях, даже с резкими перепадами температуры. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!